Всем привет, с вами Milk Studio, и я Роза. И сегодня у нас серия будет посвящена вскрытию вот этого саркофага. Мы играем в RimWorld, если кто-то не заметил, как традиционно у нас по средам. Кто смотрел наши предыдущие серии, мог заметить, что в одной серии вот здесь обнаружилось нечто не очень приятное. Ну, по крайней мере, мне не очень понравилось то, что там было. А поскольку, ну, если быть точным, там были механоиды. А поскольку механоиды мне здесь не нужны, так, то я их буду отсюда выкуривать. Плюс механоиды – это отличный источник пластали. Сейчас мне нужно понять, кто тут занимается стройкой. Стройкой занимается тыковка, как обычно. Так, поэтому тыковке я даю роспуск. Древняя опасность, вся фигня, да. И сейчас будет обнаружен Hidden Fun Stuff. Оп! Открыта область. Я специально подтащил сюда фазана, чтобы он выполнял собой роль живого щита. Оп! Опа-па-па-па! Фазан, вали-вали-вали-вали отсюда! Все, теперь эту дрянь можно всю убивать. Так, понятно. Я плохо сыграл. С одной стороны, с другой стороны... Не так уж и плохо, по крайней мере. Фазан еще жив. Ребро вырвано, нога отстреляна. Короче, будет на двух бионических, видимо, бегать. Так. И, видимо, Лаки у меня сейчас займется... спасением фазана. Лев займется спасением свиньи. Так. Ну, механоиды пока враждебности не проявляют, но нужно сохраниться. Так, это будет 69-я запись. Что этих-то двух я вырубил, но копать вот здесь еще один проход мне почему-то не хочется. С другой стороны, я не уверен, что Памкин у меня осилит. Все вот эти разборники. Металлоплитка, камень, бетон. Тут, блин, вообще все по гламуру. Еще какой-то древний контейнер криптосна. Фиг знает, что он содержит. Ну, скорее всего, поселенцев каких-нибудь содержит. Не обязательно очень дружелюбных. И теперь, после того, как я сохранился, нужно умудриться вырубить тех, кто остался. Самая большая проблема – это вот эта гусеница. Вооружен миниган. Раз есть миниган, то это уже нехорошо. Я буду размещать вот так сейчас своих поселенцев, чтобы они попробовали всю эту дрянь отстрелить по возможности. Так, ландалькаешь отсюда, сказали же, вали. Так, ага, понятно. Кто-то из них проснулся, из этих поселенцев, и был крайне недоволен. Так, похоже, мне придется отправить всю мою бригаду на лечение. Ну, по крайней мере, вот этих вот. Или у меня среди... Так, Чебуратор, ты здоровый, иди обратно. Здесь гусеница ранена, жнецы здоровы. Будем пробовать вырубать их аккуратненько из-за угла. Ну, кстати, у Бика неплохо получается. Он пока даже и умудрился не получить по рогам. Чего не скажешь о гусенице. Так, а вот теперь и он получил. Потерял ухо. Так, все, иди лечись. Следующий дубль. Так, черепаха, давай. Блин, ну кто так стреляет-то? Выводить всю толпу под миниган я не хочу. Это будет слишком хороший подарок. О, там механоида таки домочили.
Так. Ох ты ж, блин, это плохо. Так, черепаха, иди лечись. Следующий пациент. А, там поросенка убили. Так, Камомейра, давай, покажи, что ты... Так, отойди в сторону. Так, это еще один жнец почти готов. Гусеницы плохо. Так, Камомейра, еще один залп выдержишь? Вали, 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 вали. Левое предплечье вырвано. Пожалуй, лучше загрузить. Ну, как показала практика, рвать туда всей толпой смысла нету. Будем подходить к ним по одному. Подвезу, подтащу снайперов. Ну, энергетическая винтовка показывает очень неплохие результаты. Так, в стороночку. Да, этот уже на треть вырубился. Оп, кыш отсюда. Да, гусеница, она существенно толще. Опа, так. Ага, они сейчас будут, видимо, заняты разборками друг с другом. Ну, пусть это Мейжу таки прибьют. Понятно. Бика решил пострелять по ней. Кыш, 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 кыш. Правое легкое уничтожено, ухо отстреляно. Твою мать. Так, иди лечись. Ну, что тут? Один жнец не добит. Ну, тут все они уже раненые. Жнецы пока упорно косят, как и Ландаль. Жнецы порядком покоцанные. Ну, поросенка застрелили. Хрен с ним, с этим поросенком, в принципе. Но пока пальба идет тут больше по криоконтейнерам. А, еще один контейнер, видимо, действующий остался. А, нет, все, тут три трупа лежит. Да. Так, подведу-ка я сюда Камомейра. Потому что Ландаль что-то... Хоть у нее и кемперка, но стреляет она так, что могла бы с тем же успехом не стрелять. Кыш отсюда. Энерговинтовка показала чуть более внятные результаты, но вот хотя уже есть попадание. Так, сейчас контейнер взорвется. Да, взорвался контейнер. Есть. Минус один жнец. Так, Камомейра слегка запаниковал. Так, но... Смержница это нужно сохранить, особенно в таких вот очень неприятных условиях ведения битвы. Так. Да, остался один жнец и гусеница. Гусеница явно досталась. Блин, плохо, что трупы сейчас как бы испортятся, они горят. Так, гусеница продолжает огребать. О, она уже своим пулеметом умудрилась снести стенку. Камомейра тем временем аккуратно ее обстреливает из-за угла. Так, хватит мне уже говорить про открытую область. Как там себя чувствует фазан? Ребро вырвано, нога отстрелена, но это жить можно. Памкин... Ну, палец только потеряла, это ерунда. Так, Бико, твою налево. Иди лечись. То у него легкого не хватает. Всего-навсего. А, легкое, значит, ему до этого еще умудрились отстрелить. Гусеница почти вырубилась. Уран. Фига себе. Откуда тут уран? Камомейра просто вообще супер молодец. Умудряется почти не получать дамаг. При том, что он его всего-навсего обстреливают, да, весьма и весьма активно. Так. Ну-ка. Серый, сможешь что-нибудь противопо... Понятно.
Вот это было зря. Так, серый, насколько все серьезно у серого-то? А его сейчас и не выбрать, потому что он не все, он чересчур израненный. Да, один труп жнеца уже сгорел. Так, уходи, уходи отсюда, уходи. Тут уже становится слишком опасно. Так, интересно, тут есть какая-нибудь позиция, с которой черепаха сможет пострелять? Потому что сейчас идет игра просто вот сплошной косоворот. Штурмовая винтовка горит. Гусеница почти сдохла. Ну давай, черепаха, может ты справишься? А, тут черепаха решил вместо этого заняться пожаротушением. Ну тоже не лишено смысла. О, еще один жнец готов, осталась только гусеница. Так, Банни, иди отдыхай, все. Ты здесь уже ничего не сделаешь. Пласталь, золотишко. Ну давайте, ребята, осталось-то всего ничего. А, и гусеница пробит, подстрелили оптический датчик, то есть, видимо, поэтому в том числе она порядком косит. Модификации, выключение. Все. Так, Камомера, иди сюда, черепаха, иди сюда. Попробуем спасти, что спасается. Так, трупешник разрешить, все разрешить. Миниган. Ох ты ж, как хорошо-то. Все, ребята, вы свободны. Так, серый, здоровье. Надеюсь, не позвоночник. А, ну, пулевое ранение это пройдет. Главное, чтобы его подлечили, и все. Все будет хорошо. Орлен, если не угомонится, то станет донором легкого. Так, Ландаль. Свободен. Так, у меня есть кто-нибудь еще? Вроде ни у кого не горит пиктограммы, что кто-то в бою. Ну, хоть это радует. Главное, чтобы внезапно не появилось еще... Так, у этого, у Тола ступни нету, понятно. Видимо, поэтому он... Движение плохо. Короче, мне нужны новые ноги. В больших количествах. Мне нужны компоненты, мне нужна пласталь. Жаль, что не удалось разобрать эти криоконтейнеры, но... Тут уж ничего не попишешь, приказы. Вот здесь явно отмечено, что что-то есть. Очень похоже на залеж компонентов. Да, залеж деталей. Прекрасно. Это то, что мне сейчас нужно. Потому что закупаться деталями массово я не хочу. Это дорого. Ну, там уже, гляжу, хмель поспел. Тоже очень радостно. Металлолома тут... А, ну у меня там, по-моему, пожар был. Вот там и металлолом. Или рвануло что-то. Да, приперлась тогда бумалуп, кстати. Да, раз у меня перестрелки закончились, то... Чё я как дурак в этом самом... Ну, с медленным временем. Пусть там... Моих бинтуют, пока они кровью не истекли. Боль сильная. Потеря крови прекратилась. Ну и шанс, что поправится. Пулевое ранение. Так, кто там еще голодает? Пампкин, ну... И у нее еще и заражение. Прекрасно. Так... Ну, никого маломальски агрессивного тут не видно, так. Но я знаю, что Пампкин лечение нужно. Поверхностное не вылечено. Ну да, она еще слабоумная у меня все еще. Так, Пампкин, иди отдыхай. Кто у меня умеет хорошо общаться? Вообще не один, да. Не помню, черепаха вроде этим занимался. У нее здоровья, деменции нету. Так, где там эти торгаши? Нужно посмотреть, чего же нам притащили.
Наверняка что-нибудь полезное найдется. Так. Не может хорошо говорить. Да. Это плохо, что он не может хорошо говорить, но, с другой стороны, все равно мне тут особо деваться некуда, нужно торговать. Поросята, ну, поросята это я пока оставлю под разведение. Еще успеют мне пригодиться, что они готовы у меня купить. Кожа носорога. Забирайте. Шкура зайца. Ну, этот гуталин легко добывается. Альфа-бобра. Кошачья шкурка. Потому что место занимают эти вот по две штуки. Сделать из них уже ничего не получится. Вейкап к черту отсюда. Так, они продают наркотики, медикаменты. Медикаменты мне нужны. Так, а что они еще готовы купить? Готовы купить зверье, готовы купить пиво. Правда, пива у меня мало. Дерево готовы купить. Традиционно покупают у меня всякий шлак. Но это всегда, пожалуйста, этого гуталина у меня всегда хватает. Это уже, можно сказать, традиционная часть этих серий. Распродажа шлаковых шмоток. Так, нормально, нормально, отлично. Вот уже поношенный пуховик, поношенные штанишки. Так, стойка снаряжения из мрамора, блин. Цветочный горшок из стали. Ё-моё, как говно они привезли. Я думаю, что я у них в основном возьму медикаменты. Можно вкусные блюда дороговасто. Дороговасто. Вкусные блюда идут. Так, где там я видел? О, компоненты. Блин, правда, всего 5 штук. Мало, мало. Но лучше, чем ничего. Так, медикаменты. Давайте сюда все. Сталь. Ну, у меня, по-моему, пока со сталью все хорошо. Все, принять. Инфекция заражения. Я знаю, что тыковки заражения. О, кто-то уже полностью поправился. Так, у меня пока идут исследования. Мне нужны инструменты. Мне нужно много инструментов. О, нормально. То есть тут еще есть детальки. Это хорошо, это очень хорошо. И будем надеяться, что больше тут мне ничего не припрятали в этой скале. Ну, в плане плохого. Хорошему я только рад. Но залежи деталей мне нужны для того, чтобы прощупать почву. Потому что я уже изучил глубокое сканирование. И жду, когда же мне таки построят этот несчастный сканер. Так, minor break risk, это что? А, ну как обычно. Вмазаться нечем. Вот у нее и break risk. Так. И, скорее всего, мне сейчас придется много-много копать. Казы копать. Ну да, по стали тут у меня все более-менее. Вот по всему остальному. Так, и мне нужно было создать корабль. Реактор, криптосна. А, силовая установка у меня еще изучается. Это последний компонент корабля, который мне необходим для того, чтобы свалить с этой несчастной планетки и завершить данный сезон. К слову, вполне возможно, что тут я по средам ближайшие недели пущу вместо RimWorld обзор некоторых других игр в сходном жанре. Мне попалось на глаза несколько штук. Я их купил. Первый обзор уже записан, но я еще думаю, я его пущу в среду или пущу по вторникам это дело. Пока все это под большим вопросом, в том числе из-за того, что у меня сейчас очень большая нагрузка и хроническая усталость. Тут, возможно, это даже заметно, потому что у меня немножечко, ну, на мой взгляд, испортилась дикция даже, которая до этого не была совсем уж на высоте, если уж по чесноку так.
Открыта область. Чего? О, да, область так область, блин, ребята. Не, чтобы залежи детали открыть. Поломка обогреватель, поломка еще что-то. Прекрасно. Так, фазан, здоровье, что у тебя? А, Нет, нога отстреляна, да, движение... Отлично, движения нет. Добавить задание. Так, у него левой нету. Значит, придется ставить протез. Так, охотник безоружен. Кто там у меня безоружен? Серый безоружен. Знаешь, серый, вот тут была хорошая игрушка. Экипировать миниган. Вот с миниганом на охоту будет самое то. Здоровье. Твою мать. Психокорабль. Вот не успел с одними разобраться, как мне уже подарок привезли еще одну. Ладно. Будем решать вопрос. Конечно, ими миномет бы поставить, но с этим есть определенные трудности. В частности, как обычно, мне не хватает долбанных компонентов. Но зато должно хватать стали. Так. Чего? Фазан умер? Твою мать. А я давно не сохранялся. Ну ладно, сейчас попробуем реанимировать с какого-то момента. Так, ну... Я немножко откатился, потому что я не хочу, как обычно, терять своего поселенца, особенно на последних этапах. Так, здесь я охотника все так же экипирую миниганом. Фазану назначаю снова операцию. Я еще не очень понимаю, как нужно было постараться, чтобы, блин, горелый при установке деревянной, блядь, ноги пациент умер. Это, видимо, что-то очень... Рим и что-то очень world такое. Потому что я вообще не понимаю, как бы, каким, блин, горелый образом такое могло быть. Так, о, понятно. В этот раз мне вместо... О, мне прислали железо. Вместо корабля прислали только железо. Меня это, в принципе, тоже устроит, хотя пласталь, она, скорее всего, тоже будет нужна и в больших количествах. Здоровье, все. Есть контакт. Все тело под наркозом. Но и это пройдет, как говорится. Но хотя бы будет жить. Так. Брейк риск. Чё? А, ну как обычно, да. У тыквы не все в порядке с ее тыквой. К этому уже пора привыкать. Так. Я же сказал... Добавил задание на выключение. Так, жнецов, надеюсь, у меня уже всех разобрали. О, вот мне таки сделали сканер. Можно посмотреть, где есть залежи чего-то там. Я не знаю, чего. Так, создать, постройка, производство. Вот здесь поставим бур. Я не знаю, что там, но что-то, наверное, есть. Враждебные механоиды. Прекрасно. Ух ты ж, блин, этот чё, тяжелый бластер. Энергокопье. Так. Ну да, вместо корабля мне прислали механоидов отдельно. Уговорили. Пойдем встречать. Так, а фазан у меня безоружен вообще сейчас. Так, ну, ребята, вы уже можете вообще стрелять с этой позиции тут, блин. Со снайперками. О, кстати, вот если сейчас эта граната хорошо прилетит, то уничтожение жнеца превратится в легкую прогулку. О, все, нет жнеца. Потому что ими гранаты прекрасное средство, чтобы вырубить этих несчастных уродцев. Так, 72, сохранение. Кстати, да, можно было заметить еще, что корабль у меня оснащен всего 6 криокамерами.
Это так и задумано. Я не буду вывозить всех. К черту. Ждать, когда все остальные в себя придут, я не хочу. Это долго, глупо и вообще ни разу не интересно. Так, Пампкин. Ты у нас будешь главной камикадзе. Покуда снайперы пытаются хоть что... О, ой, как мило. Так. Но. Здоровье. Ухо отстрелено, палец отстрелен. Так, ребята, давайте-ка... Вы все-таки под щитами. Так, ну... И привет. Отлично, все. Можно быстренько теперь эту скотину вырубить. Точнее, просто уже добить останется. Это не должно быть большой проблемой со всеми моими пулеметами и же с ним. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Ох, ни хрена себе, он получил устойчивость к Эми. Это хуже. Правда, все равно не спасло эту скотину. Добавить задание. Выключение. Бластер эта скотина терять не захотела почему-то. Так, этого можно использовать. Конечно, лучше было бы его живым взять, но, с другой стороны, хрен ты с ним. И без этого справимся. Мне тем более почти завершено исследование. Мне просто банально интересно, чего вообще нужно, чтобы закончить это дело. Так. Ну, без уха как-нибудь проживет. У нее все равно слабоумие. Так что чего там уже? Не сильно-то ее жалко. Поросенок еще рванулся, но это как бы тоже из разряда «и хрен-то с ним». Так, мне срочно нужно найти где-то залежи компонентов. Вот срочнее некуда просто. Что здесь есть залежь стали, это я знаю, да. Можно так еще порыться. Мне нужно, причем этих компонентов-то буквально там несколько штучек. И, возможно, я наткнусь на хороший залежь. Хотя, судя по размеру, скорее всего, компоненты где-нибудь тут или вот здесь вот вообще. Но, или даже тут. Ну, теоретически, там может еще пласталь. Но если я наткнусь на залежь компонентов, то это решает у меня практически все проблемы с дальнейшими постройками. Окей. Так. Можно теперь так, чисто для прикола, исследовать силовую броню. И что же нам нужно для того, чтобы корабль взлетел? Немножко компонентов, кстати, не так и много. Пласталь и сталь. Стройте. После этого корабль типа имеет какой-то шанс на взлет. Хотя с таким дизайном, как бы, ну, это выглядит несколько странно. Мы обнаружили залежи пластали. Чё? Ни хрена себе! Она бывает и на поверхности? Это прикольно. Но, судя по всему, копать ее будут очень медленно. Так, у этого что? Бионическая рука, работа плюс 20. Как бы, ну, не считая его проблем с деменцией, все там хорошо. Но тут если здесь 1500, то 10 тысяч на то, чтобы выкопать несчастную пласталь. Долго? Долго, печально, грустно. Но, с другой стороны... Не все же механоидов убивать ради этого дела. Сейчас я надеюсь, что у меня все-таки где-нибудь образует... Так, надеюсь, никуда больше не тратили мои драгоценные компоненты. Мне компоненты вот тут нужны. А, компонент 3. О, аллилуйя, вы нашли компоненты. Видимо, принесли такие. То есть есть шанс, что сейчас у меня тут чего-нибудь полезного еще выкопают.
Так, ну ладно, подождем, пока кто-нибудь из этих уродцев таки соберется что-то строить. Фазан пошел понаблюдать, это, конечно, хорошо. Ребята пошли пиво сделать. Это тоже все, конечно, круто и здорово. Только, блин, Горелый почему-то опять убирают на склад сусло, вместо того, чтобы пустить его сразу по назначению. То есть в бочку убрать. О! Тут сталь. Так. Прекрасно. Прогресс to next lamp. Я так понимаю, кого-то нужно назначить, чтобы поработал, что ли. Дриллинг, дип дрил. Ну, с другой стороны, не могу сказать, что мне сталь вот прям так охренеть нужна. Ресурс, конечно, полезный, но я хочу посмотреть просто, как оно вообще. Ну. Лёва, займись, пожалуйста, делом. Да сказали же тебе, займись делом. Все непонятно, чем занимается. Так, работа. То есть мне нужно кого-то поставить оператором. Так, Ландаль, давай ты займешься. Может, у тебя лучше получится? Нет, не хочешь? Так. Иди покопай хоть немножечко, а то, блин, все разгильдейничают, непонятно, чем занимаются. Так, но это все равно, это как бы не то, что я хотел. Так, эту штуку, наверное... Так. Попробуем поставить где-нибудь вот тут. Или вот... А, вот здесь вот попробую. Так, создать. И сюда нужно прокинуть энергию. Само не включится, да. Один недостаточно. Ребята, вы что, издеваетесь? У вас должно быть этой несчастной стали столько, что, не знаю, там очешуеть можно. Так, ну что, 35 с одной этой жилки пластали. Это хорошо. Сообщение о нервном срыве мне уже не интересно. Ну, мать-то вашу, опять у меня на складе. Ну что ж, с жуками мы разберемся в следующей серии, равно как и будем решать вопрос с поиском компонентов где-нибудь на глубине. На этом всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. И т.д. и т.п. Возможно, в следующей серии мы уже отсюда просто возьмем и свалим к чертовой бабушке. Всем спасибо, всем пока.